Ровно 23 года назад не стало Юрия Хоя. Оставил ли этот одиозный музыкант след в умах и душах горожан? Мы уверены, что да. А чтобы убедиться в этом, предлагаем выйти на улицу. Знаете Юрия Хоя? Конечно, кто же его не знает. А какие строчки из его творчества вам больше всего запомнились? Ну, честно говоря, песен много слышал, но тут сходу не скажу. Может быть, хотя бы песню какую-то назовете? «Вальпургиева ночь». Ну, конечно, «Сектор газа». А какие строчки из его творчества больше всего запомнились? Хороший вопрос. Последнее время слушал три его хорошие песни. «Лирика», вот, «Туман» и «Мне сегодня 30 лет». Ну, «Мне сегодня 30 лет, я с иголочки одет». Вот это вот нравится. «Лирика», там все строчки хорошие, но я их наизусть не знаю, но часто слушаю. Что еще? «Туман». Классно было, когда наш Воронежский симфонический оркестр исполнил на крыше здания. Да. Под эту мелодию «Тумана». Было очень классно перед Чернавским мостом. И вообще приятно, что его творчество живет, его слушают, его любят, вспоминают. Да. Скажите, какие строчки из его творчества больше всего вам запомнились? А я не скажу сейчас. Может быть, песню какую-нибудь? А? Может, песню какую-то? «Туман». «Туман» больше всего нравится? Да. Как думаете, еще будут 20 лет помнить о нем? Конечно. Юра Конь? Да. Нет, не знаю. А должна бы знать? Ну, музыкант просто вдруг. Нет, такой меня, наверное, не интересует. Это «Сектор газа». Да. А какие строчки из его творчества больше всего запомнились? Сразу сейчас не вспомню. Не, я не вспомню уже. Может, песню какую-нибудь? Да песня, вот если наиграть мотив, я сразу вспомню. Название, может быть? Лирику знаете? Старей уже, памяти нет. Вы мне извините, конечно. Ну, слушала «Сектор газа», что-то связанное с матом. Ну, как говорится, мат был всегда в тему. Не знаю. «Сектор газа». Ну, примерно знаю, да. Можете какие-нибудь строчки вспомнить? К сожалению, нет.